Итальянский фашистский режим Муссолини в 1935-м нападает на Эфиопию. Единственную африканскую страну, которая всегда оставалась независимой. Так и не установив контроля над всей территорией, Италия заявит, что она в Эфиопии навсегда. И что так восстанавливается Римская империя. Харизматичный Негус, эфиопский император Хайли Селаси, сумел отмобилизовать до 500 000 человек. И блицкрига у итальянцев не выходит. Муссолини меняет армейского командующего, посылает в Африку еще 6 дивизий и приказывает применять химическое оружие, к тому времени запрещенное. После 7 месяцев боев итальянцы входят в Аддис-Абебу. Муссолини на победном митинге 9 мая 1936-го провозгласит: «Отныне Италия, какой она была при Юлии Цезаре».